Заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Инзы» завершилось. Участники разъехались по своим регионам, чтобы продолжить работу на местах. Увиденное в республике впечатлило китайскую сторону. Делегации из Поднебесной вместе с главой Чувашии и полпредом президента России в нашем округе побывали на кондитерской фабрике и в Национальном музее. Для гостей устроили специальную экскурсию по производственным цехам. Здесь работают 50 современных технологических линий, выпускающих свыше 500 наименований сладкой продукции. Ежегодно фабрика наращивает объемы и расширяет географию рынка сбыта, в том числе и за рубежом. С Китайской Народной Республикой Акон связывает тесное и плодотворное сотрудничество. Кондитерские изделия поставляют в Китай с 2016 года, а из месяца в месяц динамика продаж растет. Сразу после этого гости посетили Чувашский национальный музей. В фондах более 200 тысяч самых разных экспонатов, в том числе посвященных быту и укладу жизни древних чувашей. Национальные костюмы и украшения, чувашская вышивка. Интерес к нашим раритетам был неподдельный. Особое внимание посетители обратили на экспозицию, рассказывающую о жизни и деятельности монаха Иоакинфа в миру Никиты Яковлевича Бичурина, известного китаеведа.